В порядке, да, Саныч? Это у нас сейчас, получается, мы отогреваем, да, помещение вот этой комфоркой одной? У нас на улице, блядь, не минус, нахуй, далеко. Совсем не минус? Ну и не сильный плюс, я вам скажу. Ну, насчет сильного плюса я тоже не скажу. Такой миллион майков заработает. Так, сегодня у нас китайский салат, в общем. Вот такие у нас ингредиенты. Лёха, вот. Давай овощи. Помыли так в пакетике. Сергей Александрович, ну вы рады нас видеть хоть сегодня? Или мы вас задолбали уже? На! Фу, мой телефон новый. У меня нету крови. Крови нету. Ты кровил? Так, Сергей Александрович мне уже пятый раз пытается свою камеру показать, которую он нашел на металлоломе где-то. Я ее не на металлоломе не нашел. Далеко. У нее тоже вот так отодвигается. Тоже есть, да? Да, есть, да? Обязательно. Ты че? Это Сонина. Ты который раз уже ее пытаешься с толкача завести? Батарейки, кирдык. А, всего лишь-то? Все. Она стоит 700 рублей русских. Русских? Да. И все, и поехали. А тебе предлагали эти деньги за нее? Да мне ничего никто не предлагал, просто мы ее вычислили, что ей пизда, и тут какой-то диск, говорят, стоит, ага. А без батарейки не вылазит. Все, я понял, Сергей Александрович, ладно, я готовить пошел. У меня почти 190 верхняя. Ебусь нахуй, я дома. Прихожу к мамуле, говорю, дай-ка проверим давление, а у меня как у космонавта, нахуй. Как говорится, едем на первый, а потом... На второй. На второй. Есть такая скорость. Первая, потом на второй текаем. На второй текаем. А задней скорости нет, Серый? Она нужна. Нам вперед только текать, нахуй. Заднее нам не надо. Так, у нас утро следующего дня. Да какое там нахер утро? Чего я там вру? Обед. Обед после салата у нас.
хуйня. Что ты делаешь, Сергей Александрович? Уборку, что ли, влажную? Ну, пыль, это стекла, мне надулся. Вот ты же сказал, тебя в нормальном виде снять. Вот ты сегодня ж трезвый. Ну, бутылку пива, не по утра. Как? Я ж зашел, ты какао какое-то пил. Да, я уже когда был. Когда? Только что? Нет, я имею в виду пиво. А, пиво выветрилось уже? Ты во сколько сегодня проснулся? Так, я вот сегодня зашел, Сергей Александрович у нас кофе пил с молоком. За ночь встаю. Чего встаешь? По 10 раз за ночь просыпаешься. С какой-то целью или просто так? Ну просто проснулся, еще и не могу, потому что раз упадет, опять там на минут, на несколько упадет. Ну это все вот это вот, дуды и бабы. Ну ты решил сейчас подзавязать, да, немножко? Как бы маленечко-то надо. А в лес когда поедешь? На как не съедем. Че ты? Я посмотрел на твой фотоаппарат, этот раз я бухой и не помню. Я зато помню, ты свой раз пять доставал опять. А на него батарейку надо, и там какой-то диск стоит, да? Ну да. А с этого диска, допустим, если батарейка поставит, на 800 рублей стоит. Перекачать можно куда-нибудь? Ну, теоретически можно. А практически? А ты хочешь что-то? Ты выпускной свой хочешь это, ну, куда-то перекачать? А у тебя вообще с класса, ты вы общаетесь, у вас встречи выпускников бывает? А у меня, я хуй знает, у меня их сколько выпускников. Да я их уже не видел. Не видел? Они переехали, наверное, куда-то? Ну, наверное. Ну, они витали не наши. А куда переехали? Частенько. Куда переехали? Ну и то я учился с ним до второго класса. Ну, первого-второго класса. Потом мы переехали в город. Не хочу зло шутить, но многие уже переехали тоже насовсем, да? Я их не вижу. Понятно. А потом это, в первую школу перешел. Там уже другие теперь получаются выпускники. Да и где теперь собираться с таким количеством народа? Ну, а то мне остался на второй год. Еще бы. Вот так, что я тебе говорю, я не пойму, какие. Какие правильные, какие нет, настоящие или нет. Ой, блядь, не вижу. Так и сопьешься. Сначала с одними посидеть надо, потом с другими. Сергей Александрович, ты же сказал, завязать хотел. А что пиво это, блядь, вообще ни о чем? Пиво, блядь. Не, ну молока еще бы принес, я понял, все ни о чем. Блядь. Ты молоко любишь? О, молоко все. Ты помнишь вкус молока вообще? Или только материнского? Ну, точно не помню. Леха, молоко. Только что же с тобой разговаривали, что ты вроде как завязки. Леха, молоко все любят. Любят, да? Особенно кашу манную. Не водку же тут упасть. Каша детских очей, ее ложка. Ё-моё, Сергей Саныч, только обрадовался за тебя. Кофе я пил, да? А теперь, ну, человеку похмелиться охота. Всегда нафиг человеку плохо. Как тогда неплохо? Ну, я же... Новый стартер. Месяц. Месяц назад купил? Да. Но это же китайский, да, получается? Китайский, конечно. Вот так вот. Вот и старт. Нету денег на оригинал. Приходится покупать китайские. Интересно, где еще оригинал взять, нормально. Не, ну на разборках-то есть просто. Там тоже качество такое сомнительное. Ну да, неизвестно. Что ты там купишь. Нельзя доверять. Это раньше, да, они все такие грязные стояли на продаже, а сейчас-то уже стали их чистить, мыть там. Раз там все почистят, и фиг его знает, какой он там. Не, а вот я смотрел, насколько его хватит, да? Да, да. Чистят там оно. Сколько раз мы с Ваньки тоже покупали. Почистят, помоют, краску там нанесут, вот такие, чтобы не вскрывали там. Вот такие.
Так, ну вот, все, шлифанулось. Зерно 100. Сейчас надо вот эти вот все ямочки еще раз залить будет. А то не залились в прошлый раз. Приехал посмотреть суровых Иваныча пчел. Снег сошел. Пчелки трудятся. Сегодня плюс 24 у нас. Первый раз такая погода в этом году. Теплая. Ванька говорит, в одном улике только расплод плохой. Мало расплода. Ну вот что-то трудятся, летают. Ножку несут. Сегодня Ваня выкидывал землю. То там будет подрываться, то там будет, ну, она мерзла. Ага. Что тут будет? Огурцы? Огурцы. Больше ничего не будет. Ну, огурцы доцветут. А больше ничего не будете садить? Ну, картошки немножко посажу, а так, ну, а что помидоры, вот я сколько посадила, ни одного помидора не видела. Ну, вот уже сколько лет не, ну, у нас вот, не а растут. Ну, вот, а ничего. Ну, а Пашково растут. Ну, вот у риски тоже растут, потому что у нее теплица 8 метров. А, ну, теплица-то, конечно. Но. Если еще и земля там хорошая, то, ну, конечно. Да. Так, ну все, у нас все, что мог сжечь, сжег. Сейчас буду покрывать тонким слоем сначала эпоксидкой. Вот эти вот все углубления. Потом это все покроется тоненьким слоем и будет меньше пузырьков. Если сразу залить, будут пузырьки выделяться.
Опана. Сергей Александрович. А? Как дела? А? Что ты, в завязке? Нет, да? Ты же обещал. Ну, обещал, блядь, обещанное. Жду. Обещаю обещанного. Как Путин говорит, я вам обещаю обещанное. Жить стало дороже. Или обещать, как там оливает, там что-то приехало. Так, я чего приехал? Че, поехали дочки твои что-нибудь втарим? Может, помнишь, что вы разговаривали? Поехали, поехали. Куда я поехал? В магазин поехали, что-нибудь купим в подарок. Вчера зарплата пришла. Лёд, давай только не сейчас, а? А чё? Да мы вот сейчас сидим, короче. Ну ты прям сильно занят. Да мы с Ромой разговариваем о всяких делах таких. Блин. Ну, как бы это. Лёд. Зря ты так. Ты это всё срежешь. Обрежу? Ну, вот этот кусок. Так, друзья, заехал к Сергею Санычу. Хотел убедиться, что он пьет чай. Бля, где-то заварка была. Была, да, где-то? А, хотел я заварить, блин, хотел. Ну, и передумал. Так, Серега. Это не я, это Остап. У тебя что, тут ужин подогревается в микроволновке? А? Остап. А, Остап? Так он уже остыл, наверное, да? А, нет, тепленький, слушай. Да не, мы можем его разбодрить. Не, ну ничего у вас меню такое так-то. Жить можно? Нет, сегодня все такие говорят. Проглоты. Ой, блядь, Руся, жрать хочу, может, домой поедем? А машины-то нету. Нету? В каком члене поедете? Я говорю, да отстаньте коробку, нахуй. Кипятите вот эту поебеть. И чё? Ну вот вытряхнули с неё. Так они разогрели и уехали, получается. Да, вы уже сказали чуть-чуть, но ничего там. Еще одна пачка. Одни сплошные деликатесы, слышишь, Сергей Александрович? Друзья, ну вот, в общем, у нас такие трудовые будни. Я думаю, немножко так разбавим мы наши лесные поездки, так сказать. Скоро в лес. В принципе, ничего особенного. Все чем-то занимаются. И мы, Иван, правда, у нас немного приболел. Уже где-то дней 10, наверное, он что-то захворал. Температурит, сопливит. Ну, думаю, поправится скоро. Скоро поедем в лес. В общем, спасибо за просмотр. Столешницу доделаю, уже не буду уже полностью показывать. Уже потом увидите в лесу конечный результат. Да и, наверное, уже надоело вот эти молнии, не молнии. Ладно, все, всем рад. Спасибо за комментарии, за то, что вы с нами. Всего доброго, друзья. Берегите себя, близких. Всего доброго.